В январе 2022 года кыргызский джазмен Викрам Рузахунов стал жертвой пыток со стороны полицейских в Казахстане. И вот 2 года спустя Викрам сообщил, дело о пытках наконец передано в Генпрокуратуру Казахстана. Арестовано 4 полицейских. Генеральная прокуратура заверила нас, что доведет дело до логического конца. А задержание первых 4 преступников в погонах – только начало. Остальных также настигнет карма, рассказывает Викрам. Всего он опознал 10 полицейских, которые его пытали. Викрам Рузахунов был задержан и избит сотрудниками правоохранительных органов Казахстана во время январских событий 2022 года. Тогда в эфире казахского гостелеканала «Хабар-24» показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, якобы принимавший участие в погромах в Алматы за $200. Нам просто сказали, там, вы мародер, убийца и так далее, и все, вот, и посадили в камеру. И там вот в этих камерах с 7 по 10 число, ну, я там находился в это время, там нас подвергали жестоким пыткам, избивали и принуждали дать признательные показания. В том, что мы приехали из-за рубежа устраивать митинг, грабить. Но в видео, растиражированном телеканалом «Хабар», в Кыргызстане узнали известного музыканта, и люди вышли на митинг его поддержку, а коллеги музыканта давали интервью иностранным изданиям, требуя спасти Викрама. После общественного резонанса Рузахунова вернули домой. Другие задержанные кыргызстанцы тоже пострадали от пыток. Им переломали ноги, нанесли тяжелые травмы. В отличие от Викрама, многие из них не стали бороться. Они хотели забыть про этот страшный период своей жизни или думали, что им никто не поможет. Так что Викрам борется за всех них. Когда я уже после больницы вышел, встретился с правозащитниками, с адвокатами, я твердо решил, что нужно это дело как бы открыто вести, потому что не только я в такой ситуации оказался, в этой ситуации оказываются и люди, которые и простые люди, которых не знают, да. Поэтому вот эти все мысли, они навели меня на то, чтобы бороться с этим.